spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены безинерционные катушки от отечественной компании рыболов Олта. Это серия Горилла, а если быть более точным, три схожие модели в двух размерах. Их вес равен от 543 до 691 грамма, а сравнительно низкое передаточное число составляет 4,6 или 4,9 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 4000М. Горилла имеет современный дизайн и выполнена в матовом черном цвете с красными элементами. Ее основное предназначение – оснащение фидерного удилища и различные виды донной ловли. Корпус и ротор делаются из современного пластика, который с одной стороны позволяет значительно облегчить конструкцию, а с другой – сохранить высокую жесткость. Внутри установлен надежный механизм с так называемым бесконечным винтом. Обратите внимание, в узле ротора используется специальная система, которая не позволяет попасть леске под шпулю. Данные катушки обладают плавным ходом и ровной укладкой. Внутри именно этой модели установлено 8 подшипников шарикового типа, выполненных из нержавеющей стали. У катушек в размере 6000 их 10 штук. За один полный оборот рукояти выматывается 92 или 100 см лески. В избежании случайной прокрутки в обратном направлении реализована система мгновенного антиреверса с одним роликовым подшипником. Основная перфорированная шпуля выполнена из алюминия и имеет коническую форму, что помогает делать более дальние забросы. Для крепления лески предусмотрена круглая металлическая клипса. Вместимость, в зависимости от модели, составляет 260 или 270 метров монофила диаметром 0,35 мм. Также обратим внимание на ролик лесоукладывателя. Он с напылением титана и функцией противозакручивания. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение и способен справляться с максимальными нагрузками до 9 или 10 кг. Отметим, что он достаточно быстрый и позволяет полностью затянуть этот узел всего несколькими оборотами. В задней части находится небольшой рычажок переключения реверса. В зависимости от его положения, ротор вращается либо исключительно в режиме намотки, либо в обоих направлениях. Рукоять выполнена из алюминия и оснащена Т-образным прорезиненным кнопом. При транспортировке рекомендуем ее складывать, прижав к корпусу. Для этого необходимо ослабить противоположный винт. С его же помощью можно менять положение ручки с левой стороны на правую или наоборот. Большим плюсом является наличие в комплекте дополнительной шпули. Она также алюминиевая, но от основной отличается меньшей лесоемкостью. Пригодится для намотки лески с другими характеристиками или в качестве запасной. Еще есть простой тканевый чехол, горловина которого утягивается шнурком. В нем ваша катушка рыболов Олта Горилла будет храниться в перерывах между рыбалками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.